ты что слышишь? Если ты следишь за моей детью, ты знаешь, что мы не пыльница? Сейчас ты не выбросишь. А он ребята вот вообще кто настроил все эти дела. А где они? Вот эти? Синие рубашки? Да. Он подснял специально, пока не открыли плакат. Он снимал? Он снимал, да. Да ладно. Да, он подснял, пока не открыли плакат. Не, не вот этот, другой там был. Он уже ушел. Я не ушел. Как у полный. 400. Не все вам, пацаны. Маленький пункт войти. Знаете, когда ты его? Знаете? Ну, что он провоцирует. Нет, вы что, пришли, ребят, просто интересно. Евгений, привет. Привет. Респект, уважуха. Спасибо, спасибо большое. Нет, а кого поддержать пришли? Вот, а кто вам сказал? Кто сказал? В интернете все есть. Кто сказал? Тише, тише, подожди. Да, да, да. Вы, интернет не знаю. И там написано, что с плакатом надо ходить. Да нет, просто... Какой плакат пришли, ребят? Ну вот с плакатом, ребят, пришли. Ну, непонятно. Скритируйте вообще. Я не знаю, что это плакат. Нет, а иди, там тут плакат. Я просто на рыбалку собираюсь, просто плакат ходил. Нет, а плакат при чем? Нет, там плакат, хоть по страху сейчас со флагом даже ходили, мы там рекламировали. Нет, ну что вы так знаете, а что там? А вы что, не знаете, что вам нужно побежать даже? Так если кого не пойдет. Конечно, сам я вместе. Не скажу, что это. Евгений, скажи, вот эти вот бонусы, вот эти полукруглые ставишь, это законно или нет вообще? А то они по кружочкам, то треугольникам. Может, уберем.